Скажите, на основании чего вы копаете здесь? Вы руководитель стройки этой. На основании чего вы здесь копаете? Подскажите, пожалуйста. Так, приехал к нам капитан полиции Савинкин Владимир Александрович. Какого РУВД? Второго отдела полиции Химки, да? Вот, значит, здесь происходит незаконное вскрытие грунта. Документов никто не предъявил на это. Просьба зафиксировать это. Много людей не согласны. И мы требуем, чтобы это немедленно приостановили. На последней рабочей группе с администрацией, администрация сказала, что эти работы незаконные. Сейчас, нормально, будет сейчас. Сейчас.